Весовая категория до 57 килограмм. И в синий угол октагона приглашается боец, представляющий Россию. Встречайте, Рамазан Гаджимагомедов. Во красный угол приглашается его оппонент. Боец, также представляющий Россию. Встречайте, Мака Магомед Хайруллаев. Абсолютно практически одинаковый рост, у них абсолютно одинаковый вес. Единственное, Макамагомед на 2 года старше своего оппонента, Рамазана. И сейчас вот посмотрим, кто как себя покажет. Является также представителем Макамагомед, представителем бойцовского клуба «Гор ММА». О чем говорят, логотип «Гор ММА» у него на шортах. Небольшая разведка. Занимает центр очень... Ой, какой плотный лоу-кик внутренний со стороны Макамагомеда. Хай-кик. Ответил ему хай-киком. Работает на дистанции, меняет стойки. Отличный лоу-кик и пробивает Макамагомед. Практически сносит своего оппонента. Раздергивает Макамагомед. Оба занимают центр. Ни один из бойцов не хочет отдавать центр. И вот только сейчас Макамагомед немного стеснул своего оппонента, заставил его немного прижаться к сетке. И дальний... Ой, вот отличный, опять внутренний лоу-кик. Хорошо, прям на дистанции ребята на разрыве попытались нанести удары. И очень хорошо Макамагомед смотрится в стойке. И, но Рамазан, в принципе, тоже неплохо смотрится, поэтому... Я думаю, что он еще не показал всего себя. Но пока, честно говоря, немного перебивает Макамагомед своего оппонента. И бэкфист! Какой бэкфист наносит! И пошатнуло Рамазана, и тут же полез он вниз. Попытался перевести своего оппонента, но не получилось. Хорошо обороняется Макамагомед. Очень хорошо обороняется. Вот сейчас работа у сетки. Отличная работа у сетки. Колено подключает и переводит своего оппонента Рамазана вниз. Переводит вниз своего оппонента. Занимает. Поднимаются бойцы. И попытался опять Рамазан привести его. И работал в сетке. Выхватывает шею Макамагомед. Каждый раз, когда я говорю Макамагомед, хочется сказать Макгрегор. Но, надеюсь, Макамагомед будет настолько же знаменит, известен, как и Макгрегор, потому что, в принципе, вроде боец очень неплохой. Но вот сейчас Рамазан-то сверху пока выглядит в борьбе немного увереннее. Немного увереннее. Работают внизу ребята в партере. Получают наставление со своего тренерского штаба, просят их работать активнее. Активнее работает Рамазан, кричат с его угла. И вот то есть, пытается наносить он одиночные удары. Да, просит Рамазан работать, потому что немного он в стойке оказался немного слабее своего оппонента. Поэтому здесь нужно забирать. Здесь нужно забирать и набирать очки для того, чтобы, если дело дойдет до решения судейских коллегий, выиграть эту встречу. Ну, а Магомед пока вяжет своего оппонента. Пока не дает ему ничего сделать. И сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Весовая категория — это 57 килограммов. Это ранние прилимы, последние ранние прилимы. После этого у нас начинается 22-я встреча. Это уже прилимы нашего турнира FFC Selection 5, отборочный турнир на FFC Global. Вот, мы находимся в Москве, Крылья Советов, Ленинградский проспект 24А. Если кто-то хочет, то вы, в принципе, можете приехать и посмотреть. Вход у нас есть, зрители здесь присутствуют. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, там нельзя присутствовать всем зрителям, но там 30% заполняемости разрешено, если соблюдать все правила. Вот-вот, сейчас очень хорошо, забрал, застучит! Постучал, по-моему. Нет, не постучал. Продолжают
три раза просмотрели видео обзор сейчас. И сдача бойца синего угла. Два раза постучал он по ноге бойца красного угла. Сдача. Внизу, вот видите как. Если он будет дальше так же двигаться, ждет его отличное будущее. Ждем повтор, вот этот сейчас работа в стойке, да, у ребят, и нам нужен именно этот момент, когда он постучал. Всегда будьте людьми. Дамы и господа, на 4 минуте 18 секунде, болевым на руку одержал победу боец из красного угла, Макамагомед Хайрулаев, Россия. Поздравляем Макамагомеда Хайрулаева.